Краснодарском крае убили жительницу Ямала. Тело 30-летней уроженки Надымского района с многочисленными травмами обнаружили 20 февраля в гостиничном номере одного из пансионатов поселка Небуг. Как сообщила помощник руководителя Краснодарского следственного отдела Наталья Смяцкая, в совершении преступления подозревается 22-летний местный житель. Мужчина задержан и заключен под стражу. По версии следствия, женщина проходила курс лечения в одном из пансионатов поселка Небуг. Там она познакомилась с 22-летним местным жителем. 20 февраля молодой человек находился в гостиничном номере девушки, вместе с которой распивал спиртные напитки. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора. Молодой человек стал наносить множественные удары по телу женщины. Обнаружив, что пострадавшая не подает признаков жизни, злоумышленник снял с нее золотые украшения, похитил сотовые телефоны и скрылся.